Изысканный вечер ждет участников дамской вечеринки, которая состоится в Ульяновском метеомузее накануне Международного женского дня. 7 марта в 19 часов приглашаем провести праздничный вечер под куполом планетария. Это будет изысканная дамская вечеринка, освещенная мерцанием звезд, пронизанная легендами и мифами о созвездиях. А продолжением нашего вечера станет мастер-класс от ульяновского известного художника Марии Бычковой. Гости услышат легенды, герои которых были вознесены на небо в виде созвездий. Например, о красавице Европе, которую похитил в образе белого быка Зевс, владыка древнегреческого Олимпа. Она стала его возлюбленной и подарила ему трех сыновей. Созвездие Тельца напоминает нам о поступке Зевса и о прекрасной девушке Европе. В качестве приятного бонуса участники дамской вечеринки смогут сделать своими руками подарок мамам, бабушкам, подругам или на память себе любимым. Закладки для книг в виде дамского платья, оформив их ленточками и стразами. Самым юным участникам предлагается смастерить забавную зверушку, которая держит в лапках конфету. В завершении программы, при условии ясной погоды, можно будет насладиться красотой звездного неба, наблюдая в телескоп знакомые планеты и созвездия. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.